16-го случилось, да, вот один из детей заснял это, потом она создала, директор создала, ну, комиссию по служебному расследованию, и, собственно, свидетелей, кто вот видел, соответственно, это мой сын, там еще некоторые мальчики, без нашего согласия, вызывали на опрос, как они это называют. Ну, я просто, я до этого спокойно разговаривала, а уже когда я узнала, что моего ребенка без моего согласия вызывали, я уже, конечно, звонила, орала. Ну, там просто директор очень, очень самоуверенный. Просто там на видео сидит и никак не реагирует. В общем, там была служебная комиссия, и по служебной комиссии просто вынесли. Мы уже написали письма в управу, уполномоченным, вот, Мишониной. Сейчас вот отец составляет письмо, потому что мальчик в семье без мамы, этот человек там сидит у него в мастерской, и, как выяснилось, он регулярно ходит и детей лупит этой трубкой по ногам. Это регулярно.